в заведении под названием Куба по поводу, да и без повода, в общем-то, как бы тоже приятно, да. А 5 лет – это даже для человека, даже для одного человека достаточно интересный возраст, потому что в 5 лет человек начинает узнавать очень много нового относительно жизни, относительно других людей, относительно творчества, может быть. Но что же говорить о том, что сегодня 5 лет исполняется целой группе людей, которых вы всегда слышите исключительно в гармонии. Тем не менее, все-таки хочется заметить, что эта самая гармония, она состоит из вполне определенных, отдельных людей, отдельных личностей, которых я вам сегодня с удовольствием хочу представить. Итак, ну, ребят, я не буду соблюдать никакой очередности, да, я просто всех вас позову для того, чтобы публика поддержала вас аплодисментами. Итак, человек, который вполне вероятно очень скоро станет самым издаваемым гитаристом в мире, но пока он играет здесь в Кубе, ну ничего, не за горами тот день. Дамы и господа, это Александр. Бурные аплодисменты. Если уж мы с вами коснулись гитар, то позволю себе представить второго гитариста команды. Ну так, слегка с юмором, да, чем-то же не против. Итак, человек, который гордо говорит, что он не пианонист, а гитарист. Дмитрий. Человек, который команде Latino Guns придает, ну, знаете, такой ритм. Ритм не обыкновенный, 1, 2, 3, 4, а ритм непосредственно латинский. Вашему вниманию, Марат. Более аплодисменты, перкуссия. Существует очень известный анекдот про выступающую живьем рок-группу, в которой у каждого участника в голове какие-то мысли, и только у бас-гитариста в голове всего лишь две ноты: до и соль, до и соль, до и соль, до и соль. Очень отрадно видеть и знать, что гитарист, бас-гитарист, да, команды Latino Guns думает не только до соль, но еще и до ми-соль. Виталий, бурные аплодисменты! И наконец, ну вернее не наконец, а продолжаем, да? Человек, который никогда не слышит ни одного аплодисмента в свой адрес, потому что он всегда играет в наушниках. Барабанщик Максим, пожалуйста. Ну и я думаю, список был бы совершенно неполным без человека, который всем своим видом передает дух и настроение команды Latino Guns. Человек, которого, если обрить на лысо, если он отрастит усы, если ему одеть берет, будет как две капли воды, похож на великого Че. Ануар, вокалист, пожалуйста. Есть в команде еще один человек, которого вы, как правило, не видите. Но именно в его руках гармоничное звучание абсолютно всех ребят. Дамы и господа, Денис, бурные аплодисменты. Ну что ж, я думаю, мы готовы начинать праздновать. Я думаю, у всех полны кубки, бокалы, стопки, стаканы, бутылки, все что угодно. Потому что перед вами сегодня в свое 5-летие группа Latino Guns. Встречаем! Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на Кубу. Вас приветствует группа Latino Guns. Рона! 5 лет назад я начинал выступление этими словами. И, черт побери, приятно сказать это еще раз, спустя 5 лет. Друзья, нам очень приятно, что вы 5 лет терпели нас. Дай Бог, что вы терпели нас еще. Там дальше видно будет. Сегодняшний вечер посвящен вам за то, что вы с нами. Что я хотел сказать? А, ну да. Да, а мы с вами. Так, ну что ж, официально вечер, я думаю, начался. Спасибо. Немножко волнуюсь, естественно. Как и 5 лет назад мы хотели бы начать наше выступление, начинали мы инструментальных композиций. Мы хотели бы немножко напомнить вам об этом. И вначале прозвучат авторские композиции в исполнении группы Latino Guns. Поприветствуем. Спасибо.